Францев Александр Викторович, Архангельск. Вы меня не поняли, наверное. Это все в небесном нарсуде с моих слов записано неверно, вилами по облачной воде, потому что в путанной, длинной, бестолковой жизни день за днем явка продолжается с повинной и стоит за дверью управдом, и бежит, голимая по трубам, знающая грамоте вода. Перекройте вентиль, говорю вам, вы меня не поняли тогда. Пробита насквозь и прокурена в долг, который вовек не отдать, квартира твоя. Вот и нам вышел срок вещички свои собирать. Все думалось как-нибудь после, потом, а вышло, что прямо сейчас, покуда скрипел ненадежный пером, весь мир обошелся без нас. Ведь мы засыпали не в этой стране, и нынче не знаем, как быть. Постой, паровоз, этот поезд в огне, мне нечего больше любить. Ничейное место пошло по рукам, нас вскоре попросят совсем, и мы соберем беспорядочный хлам и выйдем отсюда ни с чем. Лишь русскую речь, словно узел с бельем, увяжем с грехом пополам, пустую державу сдавая в наем идущим во след племенам. Стертый джинсой, деревянным рублем, мелкой форцой, чем придется, все пригождается задним числом и в черном теле берется. Сбацай на память чего-нибудь нам, что ли, пройдись по бульвару, в грязном подъезде, по кругу, а к дам, помнишь, и цой под гитару, спросишь во след, да куда они все, и не дождешься ответа. С носу бы той не случилось джинсе, кабы не музыка эта. Дура цыганка, да Курский вокзал, линия жизни ни к черту, общий вагон, где с концами пропал, пряча разбитую морду. Допито все и допето давно, впрок накопилась усталость, будто немое врубает кино. Слов ни на что не осталось. Сколько не платишь за капремонт, рушится все. Да и чем держалась? Не разберешь ни черта. Жил фонд с прошлого века еще. На ржавых скобах, каких-то гнилых гвоздях пол провалился, а там последних жителей выселят. Да и так все перемерли, наверное, нет их. Вот и не жили тут зазря, место обжившее. Им, похоже, и оставлять его, уходя, некому было. Теперь чего же этот вчерашний тревожить прах, правды взыскуя в прокуратуре? Ноги уж сбили на тех путях, ведь не поможет никто в натуре. Вот ты прикидываешь в уме. Слыша ночами, когда не спится, как оседая, трещат во тьме прежней империи половицы. Думаешь, нам ли цепляться за голые стены, и что поправить можно еще в ней? Да нет, нельзя, но и такая, как есть, одна ведь. Где бы казалось и лечь костьми, как ни на родине, да едва ли, не доведется уже. Дверьми хлопнешь, а там поминай, как звали. Хоть и не помнит никто давно, но ты узнаешь теперь, равно ли, где истлевать, и какой в окно двор будет виден в коряжме, что ли. Было дело, помню, с утра пешком в магазин собрался за портвейшком. Вернулся, будто и жизнь прошла. «Не дыши вокруг», — говорил сосед. «Все куда-то вышли из-за стола, погасили на кухне свет». «А где был вообще?» «Беломор стрелял, то ли крайний в очереди стоял,
так уже без разницы всем. Лишь из крана та же течет вода. Заверни, попробуй его. Ну да, и куда теперь с беломором тем и с собою самим? Куда?